Аве Мария. Дело явно липовое, все как на ладони, но пятую неделю долбят допрос. Следователь хмурик с утра на валидоле, как пророк подследственный бородой оброс. А Мадон шла по Иудее в платьице застиранном до сини. Шла она с котомкой за плечами, с каждым шагом становясь красивей, с каждым вздохом делаясь печаль. Шла, платок на голову набросив, всех земных страданий средоточим, и уныло брел за ней Иосиф, убежавший славой Божий отче. Аве Мария. Упекли пророка в республику Коми, а он и перекинься башкой в лебеду, а следователь хмурик получил в месткоме льготную путевку на месяц в Тиберду. А Мадон шла в Иудее, оскользаясь на размокшей глине, обдирая платье о терновник. Шла она и думала о сыне и о смертных горестях сыновних. Ах, как ныли ноги у Мадон, как хотелось всхлипнуть по-ребячьи, а во след ей ражей долдоны отпускали шутки жеребячьи. Аве Мария. Грянули впоследствии всякие хренации, а следователь хмурик на пенсии в Москве, а справочку с печатью о реабилитации выслали в Калинин пророковой вдове. А Мадонна шла Иудей, и все легче, тоньше, все худее, с каждым шагом становилось тело, а вокруг шумела Иудея, и о мертвых помнить не хотела. Но ложились тени на суглинах, и таились тени в каждой пяди, тени всех бутырок и треблинок, всех измен, предательств и распятий. Аве Мария.